Здравствуйте, я люблю смотреть на палки по 5 часов в день. Здравствуйте, я люблю облизывать стаканы. Здравствуйте, я создаю покадровую анимацию в PowerPoint. Фу, да как иди ты можешь, отсюда, грязный извращенец. Всем привет, я Митрий, а это то, что можно сделать в PowerPoint. Да, программа явно для этого не предназначена, но у этого есть свои плюсы. Я их озвучу в конце урока. Вы попросили меня сделать туториал по созданию анимации в PowerPoint, так что приступим. Мити Channel представляет. Открываем программу, удаляем все лишнее из первого слайда. Переходим в «Переходы» и убираем галку по щелчку и ставим в «После». Слайды будут меняться каждые 5 сотых секунды. Переходим в слайд-шоу, настройки и тыкаем на непрерывный цикл до нажатия Escape. Выбираем смену слайдов по времени, ОК, и настройка готова. Теперь создание анимации. Вставка, фигуры, выбираем кубик и на первом слайде растягиваем его как следует. Дублируем слайд и немного деформируем кубик. Как вы уже поняли, мы будем создавать имитацию капли. Это неплохое упражнение для аниматоров, чтобы прочувствовать упругость предмета, понять физику того, что анимируете, и просто получить опыт в создании покадровой анимации, но без непосредственного рисования. Так что дальше идет лишь повторение действий с дублированием слайда, изменением кубика, растягиванием, сжиманием и размножением его на несколько кубиков поменьше. Тут стоит помнить, что если предмет растягивается в ширину, он обязательно должен сужаться в высоте, чтобы площадь поверхности сохранялась. Это одно из 12 правил анимации от Disney, так что оно применимо не только здесь, но и в любой вашей анимации. Полезным также будет пересматривать анимацию нажатием на F5, чтобы правильно выстраивать тайминг и не накосячить с движением. Редактируем все как надо, допиливаем разную мелочь, смотрим нажатием на F5 и радуемся полученному результату. Готово! И несмотря на то, что данный метод анимации почти бессмысленный, у него есть неплохие плюсы. Тут не надо рисовать, хотя можно, это является неплохой тренировкой для аниматоров. Не нужно изучать сложную программу, эту программу несложно достать. Программа идет даже на самых слабых процессорах, и вы можете получить от меня артик бесплатно. В своей группе ВК я периодически даю возможность получить от меня рисунок бесплатно, и так как вы наверняка будете что-то пробовать анимировать в PowerPoint, просто прикрепляйте гифку со своим мультом к посту с этим видео, и заодно проект, чтобы я мог проверить, ваша ли это анимация. Ну или просто проект, если не получится сделать гифку. Лучшие 5 работ попадут в голосование, а первые 2 места получат от меня артик. Вот и все. Пишите в комментариях, на какую тему вы хотели бы туториал, подписывайтесь и ставьте лайки, если вам понравилось, живите дружно и пока!